Владимир Путин подписал перечень поручений, направленных на развитие туризма в России. Одно из них – о создании координационного совета, который займется как внутренним туризмом, так и привлечением гостей из-за рубежа. Правительству поручено проработать упрощение правил пересечения границы для иностранцев и продумать возможность безвизового въезда для туристов из стран БРИКС. Также Кабинет министров разработает план развития круизного туризма, подготовит предложение по налоговому стимулированию туристических комплексов на Дальнем Востоке. И еще одно поручение, которое касается туризма косвенно. Правительство должно рассмотреть все плюсы и минусы введения плавающего графика начала учебного года в школах и вузах.